Güzel, güzel. Çekim boyun gelmez. Çekim boyun Вот это да. Не надо делать. Вот так вот. Вот, вот как ты сейчас смотри на меня. Не-не-не-не. Давай, ну. Хороший мальчик. Мне палят. Мне палят. Она с ними вместе каталась, самая маленькая. А ты нам ответишь потом на пару вопросов? Ой, просто. Что? Нет. Другая? Она тебе вопросы, интервью тебя берет. Выпишем телевизор, девочки подходят. По телевизору подходят вопросы. Только не падать, хорошо? Берется На концерте всего лишь выступала на танцы. То есть ты и танцовщица, и гимнастка? Да. Еще и роли? Да. А что ты любишь больше, танцевать, и гимнастику заниматься, и на роликах кататься? Все вместе люблю. А ты падала? Много падала? Да, много раз. Когда мне было 4 лет, я была в юбке. И такое же одежда, только другой майкой. А когда ты на роликах катаешься, ты часто падаешь? Нет, я падаю, когда... Я не знала, что назад. Зон для вперед сидеть. А это что? Это вот я ударилась на бассейне. 2 раза я была на бассейне. А ты про ролики нам расскажи, пожалуйста. Когда ты катаешься на роликах, ты не боишься, что ты
упадешь? Нет. Вот если я упаду, я всегда вот так держусь за пол, чтобы встать. А кто тебя научил так делать? Мама. Мама научила? Да. Я когда была маленькой, я не знала, как кататься на роликах. А тебя мама научила? Да. Если я вышла, я уже сама научилась. Какая ты молодец. Ты будешь дальше этим заниматься? На роликах кататься будешь? Нет, не забуду. Я могу по кругам даже. Три часа. Три часа я могу. И до ночи утра вот так кататься. Плюс спать кататься. Это смешно. Ну, мы тебе желаем удачи, Амелия. Спасибо. Спасибо тебе большое. До свидания. Пока.